смотри. Что-то тут. Никого нет, что-то обычно нет. Все. Выходят. Они, походу, тоже на карантине. Что-то тут. Что-то ничего нет. Да, змеи даже есть. Так, где тут вся живность? Вон зебра, Ян. Вон, смотри, зебра. Вон. Вон зебры, видишь? Крытяк. А вот смотри, сколько. Да, смотри. Смотри, вон зебра, как лошадка, смотри. Олень? Да. Ну да, тут тоже есть олени. Черепах мы увидим попозже. Да. И попугаев увидим. А вон, смотри, там. А, это не да. Это спокойно. А вон, смотри, Ян, кто тут? Смотри, Янчик, вон, направо, о, смотри. Антилопа. С рогами. С рогами антилопы, смотри. Да, антилопы. Я не вижу. Вон, ку-ку, ку-ку, антилопа. Табун. Так. Янчик, смотри справа. Кто это? Лось или кто это? А, нет, это антилопа. Смотри, как она рога точит. Или что она делает. Вот, вот он. Видишь? Точно, что? Это антилопа гну. Да. О, зебры. Красный зебр. А вот пантера. Какая пантера? Нету тут пантера. Нету тут пантера. Вот смотри, как дорогу переходит олененок. Да. Вот смотри, какие маленькие олененки там гуляют. Вот здесь зебры, видишь? О, смотри. Смотри, направо. Да. А вон, Ян, смотри, зебры. Вон налево, смотри. А где страусы? Че страусов нет? У страусов были. Да. Да. А вон, смотри, Ян переходит дорогу. Смотри, сюда. Нет, сюда идет. Вот. Антилопа идет. С рогами. Ой, смотрите. Они в теньке сидят, сейчас жарко. Да, они все поспрятались. Не боюсь, их могут рассказка. Их не рассказка тебе нравится? Да, всегда, когда увидел, если я сейчас зебру. Вот. Мне просто... Вот что на где все страусы? Тут страусы были, они попрошайничали обычно. А вон бегемот, смотри, Ян, далеко. Бегемот? Вот. Вон бегемот тоже. Бегемоты кушают. Видишь, они кушают. Бегемоты там. Они обычно в луже сидят и к ним. Это носорог, это не бегемоты. Настоящий носорог. Да. Гигантский носорог. Где тебе вода там брызгает? Что-то нету этих, реально. Кушают. Да, страусов нет. Они все попрошайничали, там что-то тусили, может где-то прячутся. Что-то как вымершая как-то. Вот на бегемоты, Ян. В воде. Вон, это бегемоты. Это они там плавают. Они там от жары спасают. Бегемоты. Сороки кушают. Фламинго, да. А вон, смотри, какие птички. Вот птички. А я же видел гуся. А вон, Ян, эти, носороги. Носороги. Я сам дахнет нам. Смотри. Они дружат с зебрами, видишь? Они... Рядом с зебрами. Что-то, тут я помню, было повеселее, а тут сейчас что-то да. Скучновато. По-моему, есть покемоты. Ст-
страусов нет, ну что-то еще ты мало. Они тут. Они, наверное, на карантине сидят. Их зачипировали. Пошли туда. Точно, петух. Иди смотри тут черепахи. Вот, смотри, кибы. Да. А нельзя залазить, Ян, только не залазь. Ну, видишь, какие большие? Вон, смотри, ползет. Вот. Вот, отсюда и будут, пошли. Вот, смотри, она кушает. Вот. Точно! Такая огромная, да? Да, да, и капусту. И капусту любит, да. Африканские сухопутные черепахи, это я. Показать. Так вон, смотри, они вон лежат. Огромные. Голополосые. Точно! Черепахи. Ну все, обойди. Вот сюда. Не, сюда пошли. Вот. Ты же не видишь, что нет выхода? Сейчас посмотрим, тут крокодилы, Ян. Сейчас пошли. Осторожнее там. Крокодилы не шутки плохи. И вон слоны, да. Пошли вначале крокодилов посмотрим. А потом слонов, да? Да подожди, не отвлекать его, что ж ты. Так, где они тут? Должны быть крокодилы. Должны быть в болоте. Нет, они с другой стороны. А что? Вот он, смотри, вон его морда. Где? Вон. И вот еще узнать. Они пойдем. Слонов? Да. Пошли слонов смотри. Папа, это ты был. Ну конечно, это я был. А вот слоны африканские. Вон, смотри. Давай, мужикуй, где вон, Ян, я, ну, прямо. А вот, смотри, павлин. Где? Вот. А то, что... Ну-ка, он спустя свои красивые белые. Какой павлин? Вон, слоны, Ян. А, ничего себе. О, смотри, как он кушает. Смотри. Вот отсюда. Ну что, пойдем уже. Пойдем уже.
Я тебя немножечко... Смотри, кто тут? Кролики тут? Тут кролики есть какие-то, еще интересно, пошли туда. Не знаю, где-то прячутся. Вот, Ян, смотри, кто тут. Айк, тут можно... Что тут петушара тут раскукарекался? А, овцы тут. Это овцы. Овечки, братья. Где? Вон там. Вон верблюды, Ян. Вон. Чего они глупые? Чего они глупые? А, жизнь лафа. Пойдем уже. Пойдем. Тигры в конце. Ян! Идем. Да, куда он запрятал? Что тут у нас? А где? Вот они, Ян. А, какие столи. Ты беззубый. Сейчас фотку. Куда ты не убегаешь? Ян, вот те тигры. Где? Все смотрят, где тут тигры. Вон они спят, вон, смотри. Вон они, вон, видишь, наверху, вон, на жердочке. Развалились.
Вот тут, тут мы тигры, а тут второй, наверное. Второе? Да. Что-то не видно. О, да, но видишь, их тут нет, они все попрятали в теньке. Знаю, сейчас посмотрим, что тут. Ничего тут нет. Не, бегемоты мы уже проехали. Ничего тут нет, знаешь. Пустой. Пусто. Наверное. Пусто здесь. Воняет. Фу, тоже воняет. А тут кто? О, смотри, что это? Нет. О, это что, это варан? Ящерица, да. Где? Вот. Я, не надо так сильно бить. А что там у нас? Он на дракона похож, да? Да. Ого. Смотри, язык у него длинный. Ящик его разбудил. О, видишь? Ты его разбудил. Сейчас он тебя поцелует. Сейчас он тебя поцелует. Нет, один, который раздваивается. На конце раздваивается. Видишь? И спал, спал, пришел Янчик и разбудил его. И куда ему... Так, а что тут? Так, а что тут? Он нашел. Смотри. Вот, смотри. Что? Где? Это большой какой? Другой, да, но у него длинный. Это барана. Ого, смотри какой. Эй, это дух. Я тут дух. Покажу. Он любит петушков кушать. Мышек, наверное. Мышек не любит. Мышек кушает, наверное. Не. А, вон, да, точно, ты прав. Да, тут белый тигр. Ну, должен быть. По идее. Нет, тут ничего нет. Это мы к слонам вышли. Да? Да. Вон слоны, смотри, вон, Ян. Вон, смотри, они кушают. Да! Они просто кушают! Вот так! Палево, палево! Ты видишь, как кричат павлины? Да! Все, пошли тебе, давайте. Да, пошли, кушают! Павлина, зараза! Я люблю, как я.
А вон друг. Тоже твой. Пришел за бамбой. Да? Тогда где мой дружок? Лучше кушать, чем жираф. Что-то по жирафу не скажешь. Тоже бамба. У тебя столько друзей сейчас будет. О, еще один идет. О, видишь, сколько у тебя друзей появилось сразу. Да ё-моё, жираф идет. Ну-па, что пожрать? Что жрать есть? Ничего, ничего, он съест. Ест, Ян, кидай ему. Вот и петух сзади пришел, тоже хочет. Я умею, петух, почти, я умею. Это моя, тебе. Остановись. Я умею, я умею. Так, не раскармливайте жирафов тут, животных, не портите им. Пошли других. Там еще обезьянки есть, Ян. Вот они, смотри. Смотри, сколько их тут. Вон маленькие, смотри. Кушают. Опа, прибежит, бежит толпа, бежит. Одна качается, видишь? Он качается на качельке. Осторожно. Никто не видел, мы бросили. О, водичка капает. О, посмотри, как лезет, Ян. Он попрошайничает, кидай ему. Ой, не попал. Ой. Да, идёт я. Можешь? Дай попробовать. Постарайся. Опа. О, молодец. Еще я. Оп. Опа. Оп, щук. И текать. Опа. Молодец, да. Я. Ух ты, молодец. Яблочко. Смотри, как он кушает. Смотри. Берет. Почистил, короче. Опа, бежит толпа. Опа, что? Он сможет его. Его нельзя спустить. Пойди, по одному. Яблочко. Нельзя, а то он пожалуется, что он не помнит. Ай. Это, видимо, там питается. О, леопард! Да, персидский леопард. Где он? Вон, Ян, иди сюда. Ян! Вот, нет. А где он? Не видно, да, его? Где ты прячешься? Пошли искать леопарда. Где же тут леопард?
последнего убили, но уже лет 50 уже. Покажи, папа, где? Пойдем. Вот, как. А, вон он, Ян. Вот он бамбу не кушает. Кто сказал? Любит бамбу. Пингвины, да? А вот, садись сюда, Янчик. Цапли. О, смотри, лебеди. Вон горилла. Пошли смотреть. Кто-то в дупле. Кто там вылез? Вон. Смотри, Ян. Ян, смотри. Так смотри, иди сюда. Ну пошли. Шимпанзе. Да. Так куда ты, Ян? Нет, там ничего нет. Мы идем к обезьянам. Тут много обезьян есть. Заходим? Не, мы не заходим. Вот приматы. Видишь, тут какие вот? Они сидят. Вон они, смотри. Вообще жарко. Вот шимпанзе, видишь? Да. А это Шоши, вот их зовут Шоши, Агуста, Авишак, Луна, Авив, Либи, Личи, Элла, Ливнат, Абигаля, Авиджиль. Колбаса. Не, это шимпанзе. Бегает. Пусть бегает. Опа, они сейчас подойдут. Опа, заинтересован стал. Где мне заесть? Вон, смотри. О, а что у него слаб? Он без ручки. Лапка болит. Да, смотри, сел попрошайничать. Да, прошу.
него попал. Что-то он не заинтересовался. Не попал. Опа. И попал. Опять не попал. Не понял. Полетела бамба. Не долетела. Такие мелкие. Давай, бамба. Ян. О, да. Ян. Ян. Янчик. Да что ж такое, мы тут? Мелкие. Я знаю. Специально. Да все, не трать бамбу. О. Я попал. Молодец. Трындит. Ты где? Где он? А, это птица. Это ворона? Так это птица. Петух украл у него бам. Я не знаю, он быстро бегает. Он очень сильный. Ты сюда не бросай, потому что петух у него украл. Вот сюда, вот рядом. Он будет нет. У него еще плохое зрение. Или сюда вот. Оп! Так осторожно, чтобы он клювом не хватанул. Просто положи вот так. Оп. Оп. Мне упало. Да, вы не увлекайтесь. Сильно. Все, пошли. Вон еще там есть. Яна, вот тут летучие мыши. Вот, смотри. Смотри, Ян. Кто что? А, я знаю, кто это такие. Это еще, это летучие мыши, собачки, летучие мыши. Да. Вот они такую корону разнесли. А, смотри, как кенгуру. Оружие приготовил на всякий случай, Янчик? Из-за вашего стук! Что? Из-за вашего стук! Все мои зубы! Что ты кричишь-то? Я не понимаю. Оружие приготовил на львов на всякий случай? Оружие есть! Хорошо. Ты будешь великим охотником на львов? Это 30. Да. Ну, понял. Я сделал для себя невидимую защиту. Невидимую защиту? От львов? От львов? Да, и вам тоже сделаю я. Хорошо, спасибо. Так, львов не видно. Не, лев. Ну и где они? Они обычно вот на том фигне, на той тусили. На той. Ну что-то их тут и близко не видно. Они на карантине, они на карантине сидят. Слушай, реально где они? Пацаны, что за прикол? Нет, это не я. Да понятно, что не это Ян. Что ты сделал? Почему нет Вов? Не знаю. Куда они тебя? Это не за меня. Да не из-за тебя, куда они делись? Нет, там тут вообще не был. Ни при чем ты тут, не при делах? Да.
я понял. Где они? Я не знаю. Что это такое? Ну, это маленький. Маши кормят? А, вот он один. Идет. Львица. Точно! Это львица настоящая, ничего себе. Видишь, какая огромная кошка. А вот что? А вон лежат они. Это я первый заметил. Ого. Это я его первый заметил. Даня, чек, это ты заметил первый, молодец. Ничего себе, какой огромный лев. Лохматый. Еще? Ё-моё, еще тигрища? Это львица. Тигрища? Львица, конечно. Это правильно. О, встала львица еще одна. Проснулась. И лев встал. Что он худой такой. На диете. Куда не идут? На водопой.